Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Дмитрий, и мы сегодня с тобой продолжаем играть Fallout 4. Вот, продолжаем с тобой играть, бегать, прыгать, изучать. Сегодня что у нас по заданию-то? Я забыл, на чем мы закончили. А, мы вчера закончили, да, то, что я сидел до 12 ночи и проходил Димку, да. Там вот эти вот задачи, вот эти вот ребусы сраные, на которых я потратил очень много времени. Я пришел, да, ребят, я сложился, да. Я пришел после этого задания, все скинул, собаку разгрузил. И за кадром, ребят, признаюсь, посмотрел, ну, загуглил, а что это здесь за броня такая. Оказывается, прикольная броня, и мы сейчас пойдем за ней. Мы сейчас пойдем за ней, у нас там параметры вырастут, все вырастет. Короче, идем, ребят, за броней именно. Нам нужно будет вот сюда, да. Идем пока за броней. Да, вы все поняли. Идем за броней, короче. Броня, правда, тяжелая, есть минус. Она тяжелая, говорят. Сходим сюда, кстати, узнаем. Я надеюсь, то, что не нужно будет, ребят. А что здесь у нас есть? Не нужно будет с Димкой там дальше хренью всякой страдать. Ну, в том плане, то, что я надеюсь, такого больше. Подожди, там сейф? Там, я надеюсь, в дальнейшем такого не будет, таких загадок. Потому что это дебильные загадки, честно говоря. Ну, вот тот ребус, который я. Майнкрафт вчерашний, ребят. Найс. Вот, я надеюсь, его больше не будет. Потому что я не хочу. Потому что это я реально считаю дебилизмом. И как я даже почитал, люди пишут, ну, писали про то, что их сам, это тоже самая нелюбимая миссия. Так, хорошо, а что нам надо? Нам нужно просто взять и нырнуть. Я правильно понимаю? Угу. Давайте сохранимся. Так, что здесь? Гидрокостюм морской пехоты. Гидрокостюм. Тактический шлем морской пехоты. 10. Штурмовая броня. Их прокачивать можно же, да? Правильно? Штурмовой шлем. Тактический шлем морской пехоты. Штурмовой шлем. А здесь больше ничего нету? Наверное, нет. Отсюда я прям тпхнуться могу? Я думаю, что да. Кто мне помешает это сделать, да, ребят? Кто мне помешает это сделать прямо из водички, из теплой, хорошей? Она теплая, потому что радиоактивная. Кто мне помешает тпхнуться? Так, здесь жопа, да, какая-то? Так, мы где? Сейчас мы разберемся, куда нам надо. Так, нам надо туда. А это что за место? А, это где крабы-раки были? Раки-крабы. Так, одежда. Что у нас это? Гидрокостюм. А он за место чего? А он за место комбинезона защитного, да? Ну, сопротивление здесь, смотрите, так-так, а здесь так-так, да, как бы. Давайте гидрокостюм. Я не знаю, можно ли в это будет все улучшить. Тактический шлем. Ага, либо такой шлем, либо такой. Тактический шлем вообще весит 2, а штурмовой 14, но у него броня в 2 раза больше.
Штурмовой противогаз. Смотрите, броня как у нас выросла уже. О, мы на человека становимся похожим. Мы становимся похожими на человека. Слушайте-ка, а вот эту вот тактическую броню можно ли найти, если я, допустим, еще не это? Еще и не это, еще не то. Ну, еще не открыл. Штурмовая броня морской пехоты, штурмовая броня морской пехоты. Это ноги. Хорошо. А руки? Подождите, это ноги. Так. Да, 23. Хренак. 23. Хренак. Так, защита броня 139, ребят. От энергетического 141. И броня от радиации 45. Броня от радиации, конечно, подсела. Но я думаю, мы можем прокачать. Так, подождите, а что получается? А, вот еще морская пехота. Вспомнил, морская пехота, вспомнил какой-то мем из интернета. Наталья, морская пехота, по-моему, какой-то старый мем. Но есть один минус, ребят, это все очень много весит. Это все, ребят, очень много весит. Но несмотря на то, что это все много весит. Мы с тобой идем дальше. Да, это много весит, то есть броня тяжелая, но, блин, она и защищает, да. То есть, либо вес, либо защита. А я здесь могу так пройти. Так, мы здесь вроде бы... Вот днем сюда я пришел, вроде бы как-то более-менее все это. Выглядит как-то все поприятнее, чем когда я ночью здесь шарил. Да, и вроде бы, ребят, вот этот комплект, который мы сейчас с тобой собираем, один из самых лучших в игре. Ну, один из, да? То есть не топ, и вроде как бы он, знаете, стоит перед вообще броней братства. Ну, не братство, господи, а это, ну, вот костюмами этими. Так, подождите, надо всплыть, подышать. Сохраниться. Сейчас у нас радиация подкушает. Так. 22, 22. Слушайте, хорошая штука-то. Ну-ка. Прям сейчас здесь переоденемся. Правда, я не вижу ни хрена. Ребят, 163. Можешь прямо из воды-то пахнуться? Можно, но я не вижу ничего. Что у нас поэтому? Ну-ка посмотрим. 164 теперь защита, ребят. 164, 163 и 65. Это охренеть сколько. Правда, веса мы теперь стаскаем с тобой. Охренеть сколько. Но с другой стороны, мне теперь больше ничего и не надо. То есть я, в принципе, могу уже и не фармить ресурсы, ребят. Стволы-то, в принципе, у меня, наверное... То есть можно исключительно что-то очень важное только таскать. Исключительно важное, ребят. А где бы нам, знаете что, верстак для этого найти? Вот сюда надо тоже сходить, узнать код конденсатора, да.
А где бы нам узнать ребят? А в Фар-Харборе есть? Давайте сюда сходим. В Фар-Харборе есть этот верстак для улучшения брони? Я хочу просто посмотреть, можно улучшить эту броню еще в топ? То есть еще топовее сделать? Хотя бы чуть-чуть там, какие-то свойства добавить там? Или это все, это максимум? Или это, ребят, максимум? Блин, опять термоядерное неприятное солнце. Когда ни хрена не видно. А где здесь вообще все улучшалки-то? Типа это поселение и... Хрен найдешь этот-то станочек-то. Ну, трындец, как все термоядерно выглядит. И опять же про освещение. Так, а где действительно нам найти этот? Здесь ни хрена. А где вообще получается место? Ужасно. Ужасно. Сейчас я определюсь. Так, здесь. Что ж так все плохо-то? You're from the Commonwealth, right? Кстати, как мы выглядим, ребят? Вот так мы теперь выглядим. Теперь у нас броня. Как я, правда, посмотреть? А, на Alt. А, не, может, не Alt. Вот так мы выглядим. Теперь действительно боец, ребят. Теперь действительно боец. Oh, that's some firepower there. Вот это мощь, да. Я мощный. А где улучшалки-то у вас? Какой-нибудь верстак есть? Или мне все надо самому опять делать? Я знаю, где точно, ребят, есть верстак. Вот здесь, по-моему, точный... О, смотрите, как он классно выглядит. Гидрокостюм, тактический шлем, морской пехот, специально спроектирован для, для ночных разведывательных операций. А у нас есть, вот этот шлем есть, и гидрокостюм у нас тоже есть. Я его надел. У меня гидрокостюм, да, сейчас на мне. Ну, выгляжу я, конечно, серьезно, ребят. А пройти как здесь можно? Подождите. А как сюда зайти? Здесь у этого хрен мамин наверху, по-моему, был этот. В маяке, по-моему. Верстак для оружия был. Для брони точно не знаю. Но для оружия, по-моему, точно был. Хотя броню бы мне тоже надо. Сейчас поисследуем, ребят. Сегодня такая у нас серия такая-то. Я после вчерашней серии отдыхаю. Ленту там, да? Да бляха ты мух, когда не надо, ребят. Эти станки на каждом шагу. Просто на каждом шагу. Ну, серьезно. То есть, а получается, что? Мне больше броня-то вообще никакая не нужна, да? То есть, ну, я к тому, что... Я все, типа, ну... Укомплектован, получается. Да и ресурс мне тогда нахрен не нужны уже. Сейчас пытаюсь просто это осознать, ребят, этот момент. Для брони. Во. А можно что-то с ней сделать? Для левой, для правой, для ноги, для туловища. Ну-ка, что-то я могу с ней сделать? А, броня морской пехоты Зилоса. Зилота. Это, короче, ребят, этот. Это вот дети Атома. Есть еще инквизиции. А, я их могу перекрафчивать, смотрите. Да, я могу их перекрафчивать. То есть это броня, по сути, одна, которую я могу перекрафтить так, как я хочу. Ну, то есть она все, она уже улучшенная.
А, не, легкость можно прокачать. Да, вес не 14, а 10. Допустим, вес, кстати, и можно скинуть. Увеличить переносимое... Или увеличение максимально переносимого... переносимых грузов, переносимых. Кожа, кости. Кости? А кости я где возьму? Уменьшение урона конечностям. Увеличение максимального веса. Уменьшение урона от радиации. Атаки в ближнем бою. Ага. Ну, знаете, что мне надо на самом деле? Я думаю, да просто уменьшить эту, как его вот. Уменьшить вес ее. То есть не 14, вот допустим, вот эта вот броня, самая главная броня, сколько весит? Вот для туловища, она весит 25. Я могу легкость сделать 17,5, то есть сбавить 8 кило, ребят. Или вот это можно. Увеличение максимально переносимого груза можно сделать. Но на сколько? На 8 килограмм? Кстати говоря, надо будет проэкспериментировать. То есть, есть ли смысл, допустим, снижать броню, то есть, снижать вес брони, или, допустим, переносимый вес больше делать? То есть, есть разница? Потому что мне почему-то кажется, что разницы как таковой нету. Ну, уменьшу я броню, а, точнее говоря, переносимый вес. Вес я уменьшу на 8 килограмм, хорошо, уменьшил. А если я прокачаю переносимый вес, то увеличу переносимый вес на 8. То есть и то получится, ну, то есть одно и то же получится, по сути. Ну, вот, тогда лучше уменьшить вес этого, брони. Тут 8 килограмм, там 4. То есть килограмм 20 можно будет срубить. А у меня здесь же нету, да, в поселении никаких станков, это надо крафтить. У меня только здесь один станок, по-моему. Да, у меня же здесь больше ничего нету. А можешь попробовать сделать. Кого-то отстреливают. Ресурсы. Создание предметов. И создание брони. Надо помочь. А, местный лидер, смотри-ка. Я не могу, ребят. Может, нас токаем? Подождите. Хреновый, мне не нравится этот пистолет. Он хреновый, ребят. Поселенец? А чё ты на поселенца напал? Это ж мои поселенцы. Ты чё, ебанутый? Пошел нахуй. Чё он на меня напал? Ты чё, ебанутый? Ты меня не пробьешь, мать. Вы почему на меня напали? Я наверное, когда стрелял по рату тараканам, я, наверное, по ней, да, попал. Из-за этого они меня это... Они не возлюбили. Да и мне насрать на них, на самом деле. Вообще насрать, ребят. Микроскоп заберем. Мне на них вообще как до Китая раком. Ну, не хотят. Ну, я ж не это, понимаете, я ж не специально. Если я попал случайно, там, я ж не специально как бы это сделал. Так, оружие, одежда. Братья, сюда. Гидрокостюм. А, кстати, блин, костюм-то не посмотрел, можно ли прокачать. Наверное, можно. Сюда, защитный комплект мы пока оставим. Сюда. Тоже сюда, штурмовый противогаз сюда. 191 килограмм, в принципе, вообще-то неплохо у нас, да?
пушку сюда, импульсную мину криогенная, осколочная. Все. 188 килограмм, кстати говоря, неплохо все равно таскаем. Я думал, будет хуже. Так, ладно, сохранились. Пойдемте узнаем. Узнать код отключения конденсаторов. Пойдемте узнаем. В общем, можно прокачать на понижение веса. И мы это сделаем, когда вернемся на большую землю. У нас там куча же ресурсов. И опять же, как я уже говорил, это, ребят, говорит о том, что нам можно уже ресурсов, в принципе, особо, ну, не собирать. У нас уже, в принципе, все в... Ну, то, что... Не показался ли кто-то здесь? У нас уже все, в принципе, в топе. Броня топовая. Смотри, какой... Смотри, какой дядька, прям, ну я не могу, прям, ну выглядит солидно. Выглядит солидно. А у нас еще по уровню, кстати, есть что прокачать? У нас два уровня. А чтобы здесь прокачаться, что надо? 35 уровень. Фанатик оружия 25. Это стрелковый модернизировать. Нам наука еще нужна будет. Наука 28. Плюс 25, кстати говоря, к переносимому весу я могу. Плюс 50 потом. Да, можно вообще сделать. А хотя зачем мне переносимый вес? Я уже как бы все. Я уже налутался на самом деле. Ниндзи я не хочу быть. Знаете, что надо? Надо хакерство, наверное, вкачать. Очень тяжелые замки. Очень тяжелые замки можно вкачать. Я пока не знаю, что вкачивать, ребят. Честно, вот это такой момент у меня. Ну, мне ничего не надо. Как бы странно бы это, ребят, не звучало. Из навыков, ну, я не вижу каких-то полезных вещей. Прям супер полезных там. Но есть только вот урон от пушек, да, то, что мы наносим. Больше урона от пушек, да, я качаю это. Это кто? Легендарный белый удильщик. Давай посмотрим, насколько ты легендарный, насколько ты белый. Да мне вообще, мужики, уже пофигу, понимаете? Тут патрон, сколько я на вас сейчас потрачу? А вопрос зачем, да? Да. Да, мне пофигу, да, ребят. Кто-то скажет, наверное, мог бы сказать, блин, все, прибавляю уровень сложности, слишком легко. Да, ребят, да, слишком легко. Вроде броню взял топовую. Вроде бы взял броню топовую. Ну, смотрите, вот убью я этого легендарного удильщика, да? А что с него выпадет, ребят? А что с него, ребят, выпадет? Давайте честно. Давайте честно, мы все знаем, ни хрена. С него ни хрена, ребят, не выпадет. Ну, выпадет какая-нибудь хрень, которая там плюс 5 дополнительно. Тайник Димы. Мой тайник. Вы не можете это сделать, пока идет бой. Сейчас бой прекратится. Сейчас скажут, вы не сможете это сделать, потому что у вас нет лопаты. Пойдем искать лопату. Ну, блин, ну, пацаны, ну, хорош. Хорош, успокойтесь. Ладно, давайте отойдем куда-нибудь подальше. Вы не можете пойти туда. Могу. Я же иду, значит, могу. Ну, ребят, ну, давайте. Какой бой? Никакого боя нету. Да ядрить тебя. Может, F5 и F9 поможет? Быстрое сохранение, быстрая загрузка бывает, сбрасывает.
Нет, здесь не сбрасывает. Вас не видит, все. Копаем. Копаем, ребят. Копаем. И что я нашел? Код от турбины ветряка. Очищение земли. Отключить оборону Фар-Харбора. Поговорить с Димой об отключении электро... Нет, я не хочу отключать Фар-Харбора. Я на самом деле, да, я не хочу отключать никакие от Фар-Харбора. То есть, по сути, на детей Атома, да, я как понимаю, поработать. Ну, я не хочу. Помочь. Я не хочу на детей Атома, ребята, работать сейчас, на этих безумцев. Пойдемте узнавать секреты Димки. Фабрика лимонада Вим. Пойдемте в фабрику лимонада Вим узнаем. Силовая броня X01 была разработана специалистами университета. Используется... Вот, это X01, это самая крутая броня. Это вот самая крутая броня в игре. X01. Она где-то... Я даже не знаю, где она. Где-то она, по-моему, просто в каком-то городе, что ли, где-то она такая стоит. Я не помню. Но где-то она есть, ребят. Так, нам куда? Нам назад полностью. Песик. Да, мы, кстати говоря, здесь были. Здесь где-то лодочка, долбленочка. Что мне вот здесь вот собирать? Кстати говоря, здесь есть... Ну, подождите-ка, я хочу посмотреть. А, здесь нельзя, только вот эту штурмовую, да, и питбой можно. Штатный питбой. Выйти. Я думал, там это можно будет улучшить. Подождите, а... Гидрокостюм. Тогда мне надо обратно этот надеть, не гидрокостюм, а этот. Ну, гидрокостюм, конечно, смотрится круто. Ну, черное все. Да, комплект получается. Вон этот. Тут вот корабль этот. Корабль этот, как его? С Викторией этот. Виктория. Сундук там Виктории какой-то. Пойдемте узнавать историю Димы. Какие-то его тайны. Не знаю, правда, узнаем мы, нет. Почему здесь так горит? Кто здесь поджигатель был? А как нам туда добраться? Я как понимаю, я не с той стороны, да? А, подождите. А, она вообще как получается, да, я не с той стороны, я вообще. I hear something. Давайте вот так вот, лимонадная фабрика, да, просто. А, да. Мы не можем. I hear something. Я плыву к тебе, Орчик. Орчик мой дорогой. Сейчас там, надеюсь, с толстяками никого не будет. Потому что если там какие-нибудь дурачки сейчас с толстяками будут, нам будет жопа. I'm feeling something. Блять, я патроны... Ну, залази. Надо патроны было купить. На дальних дистанциях дробовик не работает. Надо прям подходить в упор. Блять, да как ты падаешь, как ты умудряешься? Все, I'm feeling something. Все, пошел в сраку. Че у вас здесь показываете? Вот чем мне вот эти орки не нравятся, у них ни хрена нету. У них никогда ни хрена
Ничего нету. О, Господи. Опять эти большие просторы, ребят. Гигантские. Когда ты ходишь, не понимаешь. И что самое интересное, просторы-то эти все пустые. Ни ресурсов толком, ни хрена. То есть ты просто проходишь, а... Штаб-квартира Вим. Да. Штаб-квартира Вим, кстати говоря, нам вообще получается не туда, нам не в штаб-квартиру Вима. Патроны я 38-й какой-то калибр беру, еще какой-то калибр, а он мне нахрен не нужен. I'm feeling something, пойдемте. Привет. Да, где-то ракетометчик. Я понял, психопат. Очередной. Вот сюда можешь зайти, сразу не париться. Но я хочу, ребят, немножечко попариться. Так, как нам к этим придуркам попасть? А никак, да, наверное? Наверное, просто так я сразу к ним туда не попаду. Наверное, надо зайти наверх и через верх. Пойдемте. По нам два раза из ракеты попали, а мы живы. Потому что нам, ребята, все равно у нас супер броня. Которую мы потом еще улучшим на снижение веса. Блин, патроны к дробовику нужны. Дробовик-то имбища. Какой должна быть жизнь? Раскрыть секреты Димы. Да, тут... Надо убегать. Он взорвался? Так, подождите, нам мне надо собраться, во-первых. Мне, во-первых, надо собраться, подождите, мне надо подумать. Пусковая установка, кстати говоря, он пришел с ракетницы. Это вот дебил, который из ракетницы по мне стрелял. Блять. Все. Чувак, я неубиваемый теперь. Я пытаюсь сориентироваться, ребят, у меня пока плохо получается. Меня напрягает мужик, который там бегает где-то. Блять, он тут появился. Вот это я пикулку искал. Суицидник сраный, блядь. Да, блядь, это опять суицидник. Я не понимаю, блядь, понимаете, где пикает, ребят, просто.
Надо убегать. Ой, блядь. Ебать, у меня хп, ребят, на донышке. Трындец, блядь. Вы что, серьезно? Че, нормально пострелял по моей псинке? Теперь да, я по тебе постреляю. Вы, придурки! Поехавший ужас просто. Мне интересно стоит найти этого легендарного, который... который здесь тоже, наверное, разнесло на куски. А вот он, легендарный. Знахарская броня синта для левой ноги. Ну, это все хрень, ребят. Плюс 25 к сопротивляемости ядам. Ну, все такое. Ну, как на продажу, да. Но мне это уже все не надо, ребят. Да, штовая установка. Ядерные материалы. Мне единственное, что нужно, теперь немножко средств для того, чтобы улучшить мою броню. И все. Ну, базу там, может, немножко. Так, во-первых, зуб кротокрыс, вся фигня. Крышки, патроны. Чудо-клей. Вот чудо-клей, вот это вот надо. Чудо-клей. 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 Единственный в мире малыш чудо-клей. Его не признали в городе родном. И все его там пинали и ночью, и днем. А, мне кажется, ли это броня? Ядерный блок Т-51, силовая броня. Выглядит классно. ВИМ. Силовая броня ВИМ. Выглядит достойно. Брать не будем, ребят. Кто скажет, да ты чё, это ж крутая броня. Нет, ребят, брать не будем. А зачем она мне? У меня своя броня силовая. Как бы, а это ядерные блоки надо. 51-я, кстати, модель, прикольно. Может было домой, конечно, на основную базу тащить. А где мы бегаем? Бегаем здесь. Ну и что, потом можно прийти за ней всегда. Так, подождите, это что, куда выход? А это куда? Подожди, какой выход? Подожди, остров, нет. Уйди. Подождите. Пойдемте побегаем, пойдемте, пойдемте, ребят, пойдемте. Надо теперь полутать побегать. Блин, много всего. Да, блядь, вы еще живы. Вы еще не все сдохли. Порычал. Nothing. Нам, кстати говоря, сюда надо. По заданию. Давайте ВИМ возьмем, это классная штука. А здесь я подняться никак не могу назад. Я бы хотел... Нет. Давай постреляемся лазерными. Да, лазерный что-то против мутантов. Это что-то как-то такое себе, ребят. Лучше всего против мутантов это дробовики, ребят. Я понял. Так, подождите, 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 подождите. Хоть я как бы уже это, да, уже мальчик состоятельный. У меня есть броня. У меня есть... У меня все равно полутаться охота, ребят. У меня мани, я просто больной, понимаете? Я просто болен, мне охота лутать. Так, мы отсюда пришли, откуда мы пришли? Там броня, да. Так, здесь можно... Мистера помощника выпустить.
инженера, да? Оружейный верстак. Так. Ага, я здесь вот там вот обходил, да. Двин кварц какой-то. Блин, охренеть просторы. Серьезно. Так, я здесь ходил, да, оттуда я там спасался бегством. Неужели здесь тоже никакой книжечки не будет? На улучшение своих способностей. Так, тут еще вниз проход. Я думаю, в таких местах должно быть минимум по одной крышечке. Ой, по одной крышечке, по одной этой. По одной. Этой как вон. По одной. Одному комиксу. Так, а, я здесь все, я выхожу туда, получается. Пойдемте туда еще обследуем сейчас немножко. Да, здесь, кстати говоря, ворот, который, наверное, можно открыть, да? Терминал средний. Так, я тут был. Я там проходил. Вот сюда вот еще не сходили. Вот туда бы наверх дойти бы как. Вот сюда вот не ходили. А здесь и... Нет ничего, бельче сухарики только. Ох, какая. Какая фифа. Игрушечный инопланетянин. Так, арбуз. А нет ничего. Изолента. Все, ребят. Поизучали. А туда как попасть? Наверха-то. Я там был. Подождите-ка. Там где-нибудь по-любому что-то есть интересное. Так, здесь мясо было. Дрыны. Вся фигня. Так, подождите. Я уже, ребят, заблудился. Я здесь был. Так, я здесь был. Здесь я был. Как раз таки в этом отсеке. Я здесь был, да. А если я здесь был, почему я не взял коктейльский Вим? Коктейльский. Помните, как я говорил, да? Мы быстро зачищаем локацию, а потом... Потом полдня мы лутаем ее. Вот это. Это так и есть, ребят. Так, вот здесь я не был. Патроны. Никаких записюлек тебе. Да, здесь я не был. Вот сейчас я был. Все, в принципе, все, наверное, залутали. Ну, по крайней мере, осмотрели. А Вим вообще, что он там? Вообще крутой какой-то. Вим, вот, Вим, Вим. А, ОД, ОЗ восстанавливает. Да, это типа хилка, ребят. ОЗ, ОД. ОД, ОЗ. Плюс переносимому этому. Все понятно. Ну, в принципе, можно пособирать. Что по весу у нас там? 214. Так, все, пошлите. Большое помещение, оно такое какое-то запутанное. Я не знаю, работяги когда тут работали, они тут тоже путались? Потому что я лично путаюсь. Трындец. Да они все какие-то одинаковые, эти все помещения. Так, нам надо сюда, это... Изолента. Мы пройдем к лифту, я правильно понимаю? Легкий терминал. Сейчас быстренько здесь глянем. Так, здесь наказали кого-то. Садили на кукан.
Все, идем туда. Идемте сюда. Добро пожаловать, да. Бридж. Одно сходство. Брок. Два сходства. Мне кажется, это И, Н и Г должно быть. И, Н и Г. Я не вижу. И, Н и Г. Они должны еще, по-моему, свое место, да, сохранять. Опа, подождите. Опа. Вот только что был. Оп. Неверный вариант исключен. Все, хорошо. В смысле? А неверный вариант же исключен был. Брок. В смысле? Неверный же вариант был исключен. Алло, я же сделал. Бонус. Вы что, охренели? Свифт. Три буквы правильных. Они же правильно, я еще понимаю, они должны стоять на своем же месте, правильно? То есть просто не просто сходство, то есть три буквы, которые еще стоят на своем месте. По-моему, так. По-моему, их эти сохраняются. Да блин. Опа. Число попыток восстановлено, нормально. У нас там этот был, Swift этот. Да задолбали, Humor Glacius. Я уж все перепробовал, алло. Неверно, вариант исключен. Все, ему поуч, допустим. Так неверно же вариант исключен. В смысле? Гонт. Все, наконец-таки. Что за бред? Там же неверный вариант был исключен неоднократно. Вы же видели. Я же профессионал по взлому замков, ребят. Я же хакер еще тот. Давай, давай, да, назад. Я же хакер еще тот, ребят. Меня не пускают. Говорят, что ты недостоин. Там тоже сейчас будет куча орков. Вообще, по сути, здесь, так как дверь была закрыта, а орки тупые, туда они попасть никак не могли. Максимум там охранные роботы будут, да? То есть здесь не может быть орков. Потому что дверь-то закрыта. Логично. Но это, ребят, логика. Хотя мы знаем, какая логика в играх обычно. Обжор живое существо, сканирую. К1-1. Если вам нужна помощь, подойдите к интеркому. Поговорить с К1-1. А ты где, Кай? Сейчас, подожди, я тут осмотрюсь быстренько. А тут больше нечего, да, брать? Мозги можешь забрать. Не знаю, зачем. Здорово. Провожу повторное сканирование. Пользователь не имеет права доступа в зону изоляции. Правда, я не прочь поболтать. Сюда давно никто не заходил. Кто ты? Кто ты или что? В моих файлах спецификации указано, что я компьютерный симулятор, искусственный разум. А, нейроночка. Мое полное имя К1-1, но я собираюсь сократить его просто до Кай. Сделать более индивидуально. Открывай, Кай. Вряд ли сюда придет какой-то пользователь. Можешь либо впустить меня, либо прождать еще целую вечность. Выбирай. На самом деле, это отличный аргумент. Ну, хорошо. Вот так. А теперь прошу прощения, мои запасы энергии невелики, поэтому я
отправляюсь в резерв. Удачи вам. Ага, он там нам что-то подготовил по-любому. Этот Кай. Что по весу, Кай? Заберем микроскоп, это ценные вещи. Так, осматриваемся аккуратненько. Стимуляторы забираем. Так, здесь что? Тут брать-то, в принципе, кухонное полотенце. Дитя декабря. There we go. Меньший вес, патрон 5.56, повышение скорострельности на 25, ускорение перезарядки на 15. Дитя декабря. Ну, то есть у него уменьшенный вес, 5.56, повышение скорострельности, ускорение перезарядки. А его можно под дробовик переделать? Интересно, да, ребят? А что у него по весу, он говорит, уменьшенный? 13.5, да? А у меня 17. Но у меня-то урон 120. И у него патрон нестандартный, 5.56. Ну, посмотрим. А что я сюда зашел-то? А, там какая-то метка. Ну, типа, ради декабря этого я, да, зашел? Что? Безымянная могила? Что? Откуда ты узнал, что это могила вообще? Может, здесь просто, ну, здесь все в таком состоянии, как, может, просто пол? Ну, ладно. Что сделано, то сделано. Это будет больно, жительница? Да, словно все, из чего ты состоишь, вырывают из меня чем-то другим. Кем-то другим. Я готова, просто хочу попрощаться со всеми. Об этом никто не должен знать. Это не просто операция по проникновению в Фар-Харбор. Тебе нужно стать человеком, который будет встречать синтов, прибывающих сюда. Разумный человек, разумным человеком, готовым увидеть в них живое существо, которое не лучше и не хуже человека. Ты станешь частью моста между двумя мирами. Все это исчезнет, как только кто-то узнает, что тебе сделали на заводе, что ты синт. А она обязательно должна была умереть? Женщина, которую я заменю. О боже, она лежит тут, такая умиротворенная. Не надо, пожалуйста. Это кровь на моих руках, а не на твоих. Вот Димка, то есть... Дима убил какую-то женщину с Фар-Харба и выдает... Какой-то синт себя сейчас выдает за эту женщину. Ну какая женщина? Глава? Может быть, глава этого... Ну, клана. Медальон Эйвори. А, Эйвори-то это глава. Череп Эйвори. Обвинить Диму в убийстве Эйвери. Это глава, на котором мы работали. Самое главное. Дополнительно вернуться к Кацуми. Рассказать жителям Харми. Блин, слушайте, один... Но, типа, он опять же скажет, я делал это все во благо. Да? Он по-любому скажет, я это делал во благо. Вы ничего не понимаете. А зачем убивать? Почему нельзя было как-то, как нового человека туда как-то подсунуть? Да? Песель. Почему нельзя... Нельзя было это сделать. То есть зачем именно было как-то убивать? Ну подсунули бы туда как нового человека какого-то или что-то. Опять же, всегда можно выйти на контакт, как-то пообщаться. Да, там, конечно, тоже жители такие, не сказка. Я не спорю, ребят. А мне куда? А почему у меня два выхода вообще? Подождите, а мне куда идти-то? А куда игра хочет, чтобы я шел? А это куда? Это как?
Так мне ж просто выйти надо, алё, игра. А как мне туда попасть? Я там не был никогда. Серьезно, что от меня играть хочет? Ага. Блин, забрать что ли? Или оставить здесь? Ладно, пускай стоит. А почему там я не мог выйти? Или что? Непонятно. Ладно, я хотя там снизу мог просто выйти, и все. Нам же просто выйти надо, все. Кстати, левел ап, мы можем что-нибудь вкачать себе. Вот. А надо посмотреть по стимпакам, кстати говоря. Мне надо, чтобы стимпаки лучше использовать, ребят. То есть он заменил Эйвори, да? Эйвори это тоже синт. Тут, получается, скоро все синты будут одни. Почему мне именно сюда-то вышли? Так, я могу переместиться. Так, почему-то игра захотела, чтобы я именно сюда переместился. Штаб-квартира Вин. А, я наверх переместился. Я наверху, ребят. Сейчас пойдем разберем с орком. Да, я здесь, где этот из РПГ по мне стрелял. Ты один, что ли, остался? Все, бедненький. Бедненький, ребят, бедненький. Бедненький, бедненький орк. Да, здесь больше ничего нет. Пойдем наверх, свой, может, там что-то будет. Я все надеюсь, где-нибудь журнальчик какой-нибудь найти какой-нибудь. Сейчас найдем, знаете, какой-нибудь журнал, типа... Поедание пищи дает плюс 5 регенерации. Я скажу спасибо. Мне этого так не хватало. А, вон там я, кстати, еще не был. Здесь что-то взорвалось. Это когда я, видимо, штурмовал. Ну как штурмовал? Я просто зашел. На самом деле-то. Фабрика Вин. Так. Все самое вкусное, я как понимаю, там на фабрике, да, у нас было? Арбуз, пиво. Пиво, арбуз. Что здесь? Изолента. Опять Вим. Вим не буду брать. Вот этого заберу. Терминал для исследования и разработки. Чего? А, это тебе просто компьютер такой, типа, только научный. Так что, нет здесь никаких этих, что ли, плюшек классных? Я просто хожу, смотрю. Не дают. Тут скажете, ей так уже плюшки дали, вон, в виде крутой брони. Что-то я опять заблудился. Я не понимаю, куда уже идти. Здесь средняя дверь, давайте вскроем. Что мы сегодня за серию сделали? Дошли, нашли броню, сходили в этот, в один это, да? That's it. Угу. Там мы были? Да давайте сразу проверим. Тут мы точно были, да? Просто у меня, знаете ли, память, ребят, как у... Да, мы тут точно были. Так, мы здесь проходили. Здесь мы тоже.
То ли мы здесь были, то ли мы просто проходили. Офис гендиректора ВИМ. Подождите, а это вообще разные вещи? То есть двери-то или что, или как? Или как, почему? То есть я могу в разные двери заходить, то тут еще что-то есть? Ну, в офисе гендиректора по-любому же что-то есть, правильно? Ценное. Да, ну, во-первых, здесь бухло. Во-вторых, здесь минимум 4 врага. Пароль гендиректора. Ну-ка. П. Пароль. Пароль гендиректора. А, не надо ничего? Да-да-да, показалось. Требуется пароль, да. А зачем мне это? Началось. Сирены стихли, я заперся в офисе, но новости по радио мне совсем не нравятся. Вряд ли это они. Надо убираться отсюда. Да-да-да, noise. That sound, what is it? Че, там закрыты? Вас закрыл гендиректор. Got it. Здорово, мужики. Вы где? Gonna splatter your brains! Only one of us survived this, and it won't be you! Песю, уйди оттуда. Там опасно. Так, пусто, пусто, пусто. Еще трое снизу. Ты легендарный, что ли, был? Нет. Пошел нахрен отсюда. Серию надо закончить, ребят, да. Как я это обычно люблю делать. Блин, как же этот дробовик хорош, ребят. Надо попробовать тот дробовик под 5.56, конечно, он там. Его тоже попробовать переделать. Так а что здесь? Морковка. Психо. Здесь же... Ничего нету. Ну вот есть это, ВИМ. Сложный замок есть. Так, довоенные деньги. Да и все, здесь больше нет. Я думал, здесь в... Есть книжечки, ребята, еще. Если кто-то думает, что я ищу, я уже говорил, я ищу книжечки. Может, книжечки здесь где-то есть. Ебать, здесь помещение. Да что, это офис называется? Это не офис. А у нас вообще зачищено, да, считается? У нас вообще считается зачищенным, но... Он ни хрена, на самом деле, этот место... Это место вообще ни хрена, ребят, не зачищено, как вы понимаете. Но нам говорят, что место зачищено. Якобы. Трындец. Тут смотрите, сколько еще какие локации. Зачем я это все хожу? Зачем? Жевательную резинку давай. Что это вы тут делаете, извращенцы? В туалете. Так. Машинку отдайте. Остров. Можно выйти на остров, да, сразу. Какой-то кинотеатр был.
Может, здесь никакой книжки на самом деле и нету. Nice. Может, я зря хожу еще. Экзит, кстати говоря, выход. Стоянка ВИМ. Фабрика, цеха. Короче, здесь бродить что можно бесконечно. Так, я здесь был. Тут я был. Тут я был. Тут был. Вроде бы все. Мы везде были. Все, ладно, пошлите, ребят. Значит, так бесконечно сейчас будем здесь ходить. Топтаться на одном и том же месте. Ну, блин, хотелось бы, да, но... Локации, знаете, они большие, я уже много раз говорил, но они какие-то пустые. То есть ты ходишь с надеждой чего-то найти, а ничего нету. Ничего, ребят, нету. Так, что у нас по заданию? Вообще, что нам надо по заданию? Эти фабрики, конечно, лутать, это трындец. Нам нужны патроны для дробовика, надо сходить купить. Надо купить патрон для дробовика. Что еще надо? Нужно еще что-то. Долго грузится. Надо много чего. Надо много, ребят, чего. Поговори с Димой об отключении. Так, отключить оборону. Так. Узнать, где находится ключ запуска ракет. Найти чего? Найти тайный медицинский комплекс. Дополнительно вернуться к Асуме, рассказать жителям Фарга об убийстве Эйвери, обвинить Диму в убийстве. Ну, это типа против Димы, да, идти. То есть здесь можно пойти против Димы, против Фархарбора, да, можно пойти против детей Атома. А какой-то мир здесь можно заключить между ними всеми? Или чё? Ключи запуска ракеты, Гранд Отель, вот этот вот, надо тоже туда сходить. А здесь где-то были же торгаши, я помню. Я, правда, уже не помню, где. Пойдемте, во-первых, дойдем до фермы. Мы на этом заканчиваем, ребят. Что я хочу сделать? Дойти до фермы. Скинем там ресурс, который у меня, да, есть. Эти что, все на меня в обиде? Я их тут чпокнул. Ну как чпокнул? Они меня чпокнули, я их чпокнул. Для дробовика нам нужны патроны. У меня по записи написано, кстати, 2 жителя живут. А, 0 жителей, все. Ну, как бы, я не виноват. Так, бутылки, Дитя Декабря. Надо бы что-то с ним сделать. Ну, у него 5.56 этот. Патрон. Да, 5.56. Ладно, давайте пока его оставим. Хрен с ним. Пока его оставим, ребят. А все, ребят, больше нет ничего. Вима надо сбросить. Мясо. Стимуля 191 килограмм. Ну, в принципе, нормально. Мне устраивает. Мы особо теперь с тобой не лутаем. Можно? Да. Жителям рассказать. Тогда они пойдут против Димы, да? Против синтов начнут, у них начнутся
ну, знаете, вот эта вот охота. Они будут искать везде синтов, им будут казаться, что все синты. Не лучший вариант им рассказывать, что у них там произошло убийство, там, да, и теперь ими, так сказать, правит синт. Эйвери, я в курсе, кто ты. Давайте поговорим. Рада вас видеть. У нас вроде все спокойно в кои-то веки. Вам что-нибудь нужно? Как вы поступаете с убийцами? Ну, мы слишком независимы, законов у нас нет, но если убийство удается доказать, преступника по традиции казнят. Это крайняя мера, но благодаря чему-то. Ты не капитан Эйвери. У меня есть доказательство, что Дима убил капитана Эйвери. Возьми. Но это же мой медальон. Он же сгорел при пожаре. И череп, неужели? Послушай, это... Я. Я все помню. Я не могу быть синтом. Вы ошибаетесь. Но... Записи это доказывают. Послушайте. Я не буду это слушать, это ложь. Вы все выдумываете. Я видел кости настоящей Эйвери. Это ее череп. Это не мое лицо, о боже. Это правда, так ведь? Я синт. Вы хоть понимаете, каково это? Увидеть, что все, что ты знала, все, во что ты верила, ложь. Я тебе не верю. Но она же там знала, да? Она же знала. Может, он ей, конечно, память стер. Если ты мне лжешь, это твой последний шанс признаться, поняла? Мне все равно, что вы думаете. Это я и это я. Или, по крайней мере, мне так кажется. Единственное, что мне остается, это жить так, как я считаю правильным. Дима убийца и лжец, и он должен за все заплатить. Но если вы расскажете об этом местным, особенно Алену Ли, пострадает много невинных. Фар Харбор и так на грани. Это станет для людей последней каплей. Я согласен. Поговорите с Димой, если будет возможность, поквитайтесь с ним. Но прошу вас, не показывайте никому эти улики. Ну давайте, да. Я сохраню твою тайну, Эйвери. Это не правосудие, это акт милосердия. Все жители Фар-Харбора и Акадии теперь перед вами в неоплатном долгу. А может, дашь что-нибудь это там, опыта хотя бы чуть-чуть? Дима убил Эйвери. Можно сразу доложить. Покажи, что у тебя есть. 5 гарпун. Ну, давайте 10-миллиметровки, во-первых. Патрон для дробовика. И все. Что-то мне это не нравится, кстати, наш лазерный друг. Которым я хреначу, да? 700 баксов, ребят. Anyway, eh? А кто это вообще такие синты? Никто, иди отсюда, неважно. Тебе это знать не надо. Рассказывать я не буду, я хранить буду, ребят, молчание. Пойдемте насчет убийства Эйверен. Да, давайте перейдем туда, в Акадию. И в следующей серии, ребят, в Акадии уже продолжим. Будем пытать Димку. Пускай рассказывает, он будет говорить, что это все во благо было, чтобы контролировать все и так далее. Все. Увидимся с тобой уже в следующей серии. Там продолжим. Всем до встречи, всем пока.